Это официальная карта Азербайджанской Демократической Республики, датированная 1919 годом. Она была составлена уже после того, как азербайджанское правительство в мае 1918 года отдало часть азербайджанских земель Дашнакскому правительству Армении для того, чтобы те смогли объявить о создании государства Армения на Южном Кавказе. Площадь территории, отданной армянам, составляла примерно 9000 квадратных километров. Кстати, эта же карта была официально представлена на Версальской мирной конференции 1919 года, и именно в рамках этих границ Азербайджанская Демократическая Республика была признана мировыми державами. То есть, в 1918 году Карабах, Зангезур и Нахичевань входили в состав единого Азербайджана. После 1920 года, когда Советская Россия оккупировала Азербайджан, большевиками были отняты и переданы армянам исконно исторические земли Азербайджана, Зангезур. Та же участь должна была постигнуть Нагорный Карабах. Однако, потерпев неудачу в этом вопросе, из-за чего армяне по сей день обвиняют Ленина и Сталина, дашнаки вынуждены были согласиться на создание в составе Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной области. По карте видно, что Карабах исторически никогда не имел к армянам, а тем более к Армении никакого отношения.